Я являюсь представителем компании «Физотехнологии», которая является разработчиком ERP-системы Global YAML. Ну и поскольку все мы здесь специалисты, и, безусловно, тем, кто уже внедрил систему, интересно послушать о том, как у других, а тем, кто не внедрял, еще или находится в начале пути, интересно послушать о том, тоже как у других и как к этому прийти. У меня здесь подготовлены два доклада. Они построены немножко по-разному. Один из них больше акцентирован на специфике предприятия, на их особенностях. А второй доклад уже больше ближе к нашим реальным потребностям в области ТАИХ. Значит, первое предприятие — это химический холдинг «Никохим», а второе предприятие — это корпорация «ВСМПО АВИСМА». Значит, давайте начнем с первого. Я представлю заказчика. Это химический холдинг, который находится в Волгограде. На момент начала внедрения там работало где-то порядка 8 тысяч сотрудников. Сейчас после оптимизации численности осталось, наверное, где-то порядка 5,5. В целом это холдинг, который содержит больше 5 юридических лиц, самый крупный из которых — это ВАО «Каустик». Таких предприятий на самом деле в стране всего два. Один находится в Волгограде, другой находится там, в городе Тырлитамак. Естественно, поскольку это холдинг, то, естественно, стояла задача централизации, унификации всех бизнес-процессов и проведения всех, работы всех предприятий в рамках единого стандарта. В целом, на холдинге порядка 40 цехов, я имею в виду именно производственных цехов, то есть не отделов. Ремонтная служба «Никохима», чтобы было более понятно, о чем я буду говорить дальше. Почти все работы, ремонтные работы, а также строительно-монтажные работы, работы в части именно и капитального строительства, и реконструкции, модернизации, группа компаний выполняет своими собственными силами. То есть это цехами, которые находятся в составе непосредственно самого предприятия «Каустик». То есть очень большое количество цехов, специализированных по ремонту. То есть это в частности ремонтно-механический цех, там ремонтно-строительный цех, цех по ремонту оборудования, коммуникаций. Вот эта специфика, она все-таки внесла свой вклад сам проект и в цели, и в постановку задач. Давайте теперь поговорим непосредственно о самом проекте. Удивительная вещь, собственно, инициаторами внедрения системы были не технические специалисты, не службы, механика, метролога, не технический директор, не главный инженер. Инициатором внедрения системы был замдиректор по экономике и финансам. С чем он столкнулся? В первую очередь, это очень большое предприятие с достаточно старый фонд. Самое предприятие, основные цеха были построены в 1976 году. Как известно, химическое оборудование изнашивается достаточно быстро. Стояли задачи реконструкции, модернизации, поддержания предприятия в рабочем состоянии, безаварийном, но при этом в условиях ограниченного финансирования. И основные задачи, которые были поставлены, это задачи финансово-ресурсного планирования, выполнения как ремонтных работ, так и всех работ, связанных с инвестициями, реконструкцией, модернизацией, техперевооружения. Стояла задача получения по объектных титульных списков и по объектный сбор затрат. А дальше балансировка мощностей, поскольку не привлекаются подрядные организации, почти не привлекаются. Это балансировка мощностей всех ремонтных цехов. И, соответственно, также возможность снижения этого уровня затрат и возможность управления этими затратами. Мнение главных специалистов на момент начала проекта, нам это не нужно, покажите нам, где это работает, это у нас точно не заработает, и так далее. Может быть, достаточно стандартные на тот момент времени опасения. Дело в том, что сам проект стартовал в 2007 году, и на тот момент на предприятии даже было не так много и компьютеров-то. И, безусловно, все основные цеха даже не были подключены к общей локальной сети предприятия. А дело в том, что само предприятие занимает очень большой кусок промплощадки, очень большая площадь, одного конца другого ехать минут 20 на машине. Соответственно, цеха расположены по всему предприятию, и необходимо было в рамках этого проекта также инвестировать средства в построение локальной оптоволоконной сети. Также обучать пользователей работе с компьютером,
соответственно, заниматься внедрением системы. Но вот на текущий момент времени, значит, предприятие уже 6 лет работает в системе. Работает в системе, там, успешно, а, собственно, о результатах, то, как я потом расскажу. Значит, сложно посчитать количество одновременно работающих пользователей, потому что там у нас комплексное решение, и ERP-модуль там стоит тоже от нашей системы. Но в целом не менее 200 пользователей одновременно работает только с блоком ТАИР. Значит, на текущий момент времени 200, ну, не менее 200 тысяч единиц оборудования, там, включая там, средства измерения, контрольную измерительную аппаратуру. Дело в том, что предприятие выполняет, то есть в составе предприятия есть цех по ремонту типа, и, соответственно, оно аккредитовано на право проведения поверки, калибровки, и основную часть, кроме уникальных приборов, выполняет своими собственными силами. На текущий момент времени более там, 2 миллионов работ по ремонтам техническому обслуживанию. Значит, собственно, откуда сложились вообще, откуда взялись эти пользователи и кто с ними работает? Значит, если брать конкретно там поименованных пользователей, понятно, что есть определенные текучки на предприятии, но постоянно там действующих не менее там 400 человек. Понятно, что предприятие работает там в 3 смены, в круглосуточном режиме, и в том числе автоматизированы рабочие места и ну, на щитовых рабочие места там начальников смен. А так, это механики цехов, электрики цехов, мастера КИП. А как правило, в каждом из предприятий, в каждом из цехов есть эти три работника, в некоторых даже там по два, а в некоторых наоборот, как в более мелких, там, ну, допустим, один мастер КИП обслуживает там несколько предприятий, несколько цехов. Дальше есть там непосредственно ремонтный персонал, дальше в систему включены начальники цехов, безусловно, экономисты цехов, значит, ну, экономисты, в принципе, планово экономического отдела, дальше кладовщики, нормировщики, там, техники ПТР, ну и, соответственно, конечно же, там специалисты главных служб, энергетика и механика. Значит, что они вообще делают в системе? Основную роль, конечно, выполняют в системе и играют, ну, основную работу в системе выполняют, конечно, цеховые специалисты. Ну, первое, конечно, им введено в обязанности ведения там актуальной базы, там, оборудования, коммуникации, средств, там, измерений. Значит, при этом сделано там организованы таким образом бизнес-процессы, которые, собственно, заставляют их поддерживать эту там, систему в актуальном состоянии. Дело в том, что это отчасти продиктовано и необходимостью там, получения каких-то кредитных средств. Дело в том, что для того, чтобы получить кредитные средства, там необходимо что-то предоставить в залог. Соответственно, банк плохие активы брать не будет, он хочет брать активы с хорошей, понятной историей. Ну и, соответственно, требует там, по каждому объекту, в том числе и там информацию о том, когда, какие работы выполнялись там, и так далее. Дальше. Естественно, там они рассчитывают там, годовые графики ППР, там, графики поверки, калибровки, ревизии там, и так далее. Дальше. Занимаются вопросами там, и годового и месячного планирования, в том числе в строительно-монтажных работ. Дальше. Это открывают заказы на выполнение работ, принимают участие в мониторинге состояния оборудования. Дальше. Планируют подготовку оборудования к выводу в ремонт. Принимают работы там и, соответственно, естественно, подают заявки там на товарно-материальные ценности. Значит, как к этому сейчас? Значит, основные вехи проекта я их пропустил. Давайте я там сейчас расскажу. Значит, сам проект начался в июне 2007 года. И первое, что было сделано на предприятии, был создан центр компетенции. Это центр компетенции, собственно, и был залогом того, что, во-первых, был успешный старт самого проекта, а во-вторых, то, что проект там продолжает развиваться, то есть и в том числе в этом центре компетенции, помимо там, ну, нескольких бизнес-аналитиков, которые отвечают за всю методологию и все бизнес-процессы самого предприятия, там же находится фактически первая линия поддержки. То есть предприятие сейчас не находится у нас там на технической поддержке, то есть и всю поддержку и развитие программного продукта осуществляет там самостоятельно. В том числе и, ну, и используя те инструменты, которые мы предоставили, и в том числе и доработку, и какую-то модификацию системы там, по мере необходимости. Значит, началось все, естественно, потребовалась задача там, паспортизации. Значит, дело в том, что в состав предприятия тогда входило, в состав холдинга входило отдельное предприятие «Пласткарт», которое ну, на тот момент содержало порядка 1500 работников так, и 4 крупных цеха. Но впоследствии оно просто в целях оптимизации численности просто вошло в состав УАО «Каустик» в качестве обычных цехов. Значит, и они были чуть более продвинутыми, и у них в электронном виде уже была база данных оборудования. Значит, и, соответственно,
С этого и начался старт проекта. Это предприятие было выбрано как пилотным. И дальше мы, ну, уже на основании там, непосредственно там, работы там, ну, демонстрировали, и все больше и больше количество руководителей именно уже холдинга как бы вовлекали в сам процесс внедрения системы. Значит, эти данные были приведены в порядок, упорядочены, были разработаны определенные типовые бизнес-процессы на всю промплощадку, и, соответственно, уже там, спустя ну, фактически там, 5 месяцев с начала работы система была уже запущена в эксплуатацию там, на пилотном проекте. Значит, при этом они осуществляли полностью ту деятельность, которую, в общем-то, и должны вести это. Планируют работу, соответственно, оформлять там заказы на выполнение работ, вести журнал дефектов и работ, при этом также в это же время были созданы и классификаторы. Значит, и дальше, после этого, значит, мы выполнили следующую вещь, это интеграцию со сметной программой А0. Дело в том, что поскольку предприятие там большую часть работы выполняет своими собственными силами, в том числе там строительно-монтажными работами, то там есть достаточно большой сметный отдел. Значит, и ну, для того, чтобы можно было построить действительно полноценное ресурсное финансовое планирование, как бы была сделана интеграция с этой программой. Я расскажу потом более подробно о том, как это используется. Ну и значит, уже спустя там, ну, чуть больше, чем год, уже по всем предприятиям группы компаний уже было осуществлено первое там, годовое планирование в системе. И, соответственно, основная фаза работы была завершена уже там, ну, чуть меньше, чем через 2 года, и проект перешел в стадию непосредственно там, технической поддержки. Значит, о том, теперь, значит, собственно, я хотел бы рассказать немножко о том, именно вот на специфике предприятия, именно вот о годовом ресурсном планировании, как можно осуществить получение титульных планов работ, причем не только по ремонтам, а и в том числе и по реконструкции и модернизации, и, соответственно, осуществлять их балансировку. Значит, вот на предприятии существуют следующие виды планов. Это, понятно, титул по ремонтам, дальше это титул по инвестициям, значит, дальше титул по изготовлениям, значит, дальше предприятие, поскольку обладает достаточно сильной рембазой, как бы, да, там, выполняет заказы там на сторону, при этом находясь в составе ООО «Калмыцкий». Ну и также плюс выделенные работы специальные по отдельным крупным проектам. Ну и, соответственно, там план прочих работ, потому что те же специалисты используются для ликвидации, демонтажа там и так далее. Значит, ну давайте. Да, вот смотрите, значит, каким образом там все годовое там, ресурсное планирование там можно выделить в 4 этапа. Каждый из них мы разберем более подробно. Первый этап – это необходимо получить общий список работ. Второй – это обеспечить расчет ресурсов и стоимости работ. Третий – это сгруппировать все работы в титульные планы для того, чтобы с ними можно было удобно работать. И четвертый – это осуществить балансировку там уже непосредственно ресурсов тех подразделений, которые будут выполнять там эти работы. Значит, итак, первый этап – получение общего списка работ. Собственно, он состоит из 2 частей. Первое – это регламентная работа. Ну, там они, в общем-то, получаются достаточно стандартно. Они, специалисты осуществляют расчет там, графиков ППР. Дальше есть периодичность выполнения этих работ. Таким образом, мы на выходе получаем календарные работы с датами. Дальше. Есть понятно, что нерегламентные работы. Дело в том, что, допустим, капитальный ремонт не планируется в рамках ППР. Это отдельная вещь, которая там планируется там, уже непосредственно там, по техническому состоянию. Дальше, и поэтому вот есть определенные проекты, предписание там, данные по техническому состоянию, и, соответственно, там непосредственно цеховые специалисты вводят уже там желаемые данные проведения каких-то определенных нерегламентных работ и указанные календарные даты. Таким образом, мы имеем первичное календарное планирование всех работ с датами. Значит, следующий этап – это уже там, непосредственно планирование ресурсов. Значит, и при этом используются там следующие там, 2 подхода, которые живут, собственно, существуют одновременно. Первый. Это на большое количество работ, типовых работ, созданы типовые карты, которые содержат раскладку по ресурсам, стоимости, там, материалам, запасным частям. Понятно, что они создавались там, в процессе, создавались там, не в течение 1,5 лет, а в течение достаточно длительного срока. Значит, это первая часть. С ними все просто. В момент расчета графиков как бы, там, система рассчитывает, а также и, соответственно, потребность в ресурсах, и, соответственно, там, потребность в материалах и запасных частях.
и рассчитывает плановую стоимость там, этих работ по тем формулам, которые заданы и настраиваются, которые учитывают в том числе и помимо прямых расходов, там, заработную плату и материалы, учитывают и различные там, цеховые расходы, там, вообще, ну, плановые цеховые расходы, плановые производственные расходы, общие хозяйственные расходы там, и так далее. Дальше. Те же работы, которые осуществляются непосредственно там, по проектам, как бы для них в глобале оформляются ведомости объемов работ, которые дальше уже передаются в сметную программу ANGOR. Значит, вот на этом этапе реализована как раз глубокая интеграция с системой, и фактически сметное бюро, выпуская эту смету, она автоматически появляется в глобале, привязывается к соответствующей работе, и таким образом у работы появляется стоимость и, соответственно, потребность ресурсов. То есть на выходе мы уже вот к тому пулу работ мы уже получили стоимость и, соответственно, потребность как бы в ресурсах. Но при этом это первичная часть. Дальше. Следующая задача. Поскольку вот я уже показывал цифры на предприятии порядка 200 тысяч объектов ремонта, естественно, там по каждому из них там планируется какая-то работа, там, а то и не одна в год, то работать с этим списком, конечно же, там, ну, нереально. Да, там, поэтому следующий шаг этой системы производит группировку однотипных работ по определенным принципам в пункт титула. Принято такая, ну, такое условие, что любая работа стоимостью больше 50 тысяч появляется там как самостоятельная позиция титула. Все остальные работы, то есть работы менее, сгруппируются там в какую-то позицию титула и, соответственно, к ней привязываются. Таким образом, у титула появляется там, ну, некая какая-то общая стоимость и расшифровка, из чего она сложилась. Дальше. Поскольку, ну, для каждого вида работ есть определенная специализация, соответственно, тут же подставляются и первичные там цеха исполнители работ, там какие-то определенные участки. Ну и дальше на этом этапе производится первичный контроль лимитов. Дело в том, что, ну, сам цех, в принципе, там не может, ну, подать заявку, если там общая стоимость, как бы, да, там, ремонтных работ по его заявке желаемой получилась больше определенной там величины. В противном случае требуется какое-то дополнительное согласование. Значит, и любые части по согласованию делаются средствами электронного документа оборота, который встроен в систему. Я вам чуть позже расскажу о том, что это и каким образом это помогает работать на таком предприятии. Ну и фактически мы, выполнив процессы обработки этих документов, получили первый некий первичный план. При этом эти планы, фактически одни и те же работы, представляются одновременно в нескольких планах. Первое – это общий, это титульные списки по направлениям, это раз. Второе – это версии планов там, где для цехов-исполнителей, соответственно, также с датами, непотребностью в ресурсах. Дальше – план всех работ непосредственно холдинга и отдельный план чисто строительно-монтажных работ, когда там по всей промплощадке. Значит, дальше, естественно, там стоит задача непосредственно балансировки. И тут есть две задачи. Первая – это, с одной стороны, нужно вложиться в нужную сумму, да, там, которую необходимо каким-то образом управлять. Вторая вещь – это необходимо равномерно загрузить цеха исполнителей и, собственно, не выходя за их вообще возможные мощности. Соответственно, первый случай, когда, там, во-первых, есть некие лимиты, которые, с которыми работают, а во-вторых, после этого, если там, естественно, работа выходит за какие-то определенные лимиты, можно применить определенные критерии оценки. Ну, о них я не планировал рассказывать, кому интересно, я могу рассказать потом немножко. Это некие оценки там, управления риском. На самом деле они разработаны, но на практике сейчас пока применяются только осторожно и там только на примере там, двух цехов, и все-таки оценку необходимости сейчас по факту выполняют непосредственно специалисты служб, работая непосредственно с цеховыми специалистами, которые несут ответственность за там, ну, выполнение или невыполнение той или иной работы. Значит, что касается ресурсов исполнителей, то есть, соответственно, мощность каждого цеха, ну и дальше осуществляется там, перераспределение там, исполнителей работ, в том случае, если это необходимо, и также осуществляется некая корректировка титула, корректировка сроков, корректировка исполнителей. И таким образом мы получаем, ну, некую первую стадию, которая говорит о том, что фактически годовое планирование полностью завершено. И, естественно, это является частью, то есть запланировано помимо ремонтных работ, все работы, связанные в том числе с инвестициями, они отбудутся ровно по ресурсам,
Ну и предприятие там четко понимает как бы, да, свой годовой финансовый план. Сейчас понятно, что это все не будет там в процессе. На год планировать достаточно сложно. Подготовка титула у нас заканчивается где-то реально там в декабре. Даже бывает так, что базовая версия титула не утверждена еще и в начале года, потому что до конца не определены там, будущие доходы предприятия, безусловно, там. Ну, если там, оперировать экономическими терминами, то понятно, что мы, собственно, там свои расходы планируем в зависимости от тех или иных доходов, которые там, предприятие планирует получить в будущем году. Ну и, естественно, там, реализован механизм скользящего планирования, то есть это фактически система позволяет носить оперативные корректировки. То есть первое, это там, мониторинг выполнения работ. То есть, отчасти, там, допустим, какие-то работы были запланированы, но по факту там не были почему-то начаты там, или там необходимость в них отпала. Какие-то работы там необходимо выполнить там, в более ранние сроки там, и так далее. На каких-то работах получилось по факту экономия. И учитывая там возможности, во-первых, план фактного анализа, также, соответственно, мониторинга, система позволяет оформлять акты переноса, включая, соответственно, возможности переноса денег. Так вот, да, там, с одной статьи, с одного пункта титула на другой пункт титула. При этом всегда есть возможность сравнить там, текущий пункт титула с его там, предыдущей базовой версией, которая была утверждена. Значит, понятно, что в процессе, на самом деле, согласования вот этого там, в процессе вот этого годового там, финансово-ресурсного планирования там, участвует не менее 500 человек. И сделать это можно только, то есть обеспечить нормальное, полноценное там, прозрачное как бы, согласование там, этих работ можно только используя какие-то определенные средства электронного документооборота. И, собственно, на этот, и как раз были использованы механизмы там, управления там, бизнес-процессами, согласования документов, которые там есть в системе. Фактически система позволяет нарисовать маршруты обработки там, тех или иных документов. Значит, и дальше, собственно, это выглядит там, примерно. Выглядит примерно так. Значит, человеку там, у него есть, как в электронной почте, журнал задач, в который приходят определенные задачи по обработке тех или иных документов, он может открыть, посмотреть, кто был участником маршрута, какие были резолюции, там, что нужно сделать. Здесь в качестве вложения, здесь вот скрыто под надписью, находятся непосредственно те документы, которые были вложены в задачу. Соответственно, есть отчеты, которые позволяют посмотреть, где что зависло, у кого зависло, какое количество там задач там и какие заявки не обработаны. Сами цеховые специалисты могут посмотреть, где непосредственно там у кого зависли там заявки там и так далее. Ну и, соответственно, также на согласовании выделен определенный регламент, и система позволяет контролировать тех, кто, соответственно, выходит за максимально возможную там регламент согласования тех или иных документов. Значит, то есть это маршруты документов, маршруты обработки, их на самом деле было разработано там, не менее 100. Как бы там понятно, что сейчас уже там некоторые там потеряли свою актуальность как бы, в силу оптимизации, но значит, что они позволяют? Они с помощью них согласовывают графики, раз, дальше открывают заказы на выполнение работ, закрывают, принимают заказы на выполнение работ. То есть если раньше все это там делалось с помощью там, бумажных подписей, и люди там стояли вот с такими стопками тех же заказов в коридоре, как бы искали нужного специалиста, на заказе было там не менее там 5 подписей, то, соответственно, все это переведено там полностью там в электронный вид, и по факту, как бы, да, там бумажные вещи сейчас там не оформляются. Значит, соответственно, также для там уведомления кладовщика о необходимости выдачи, то есть там, допустим, мастер оформил там требования накладной, на получение каких-то материальных ценностей под работу, как бы отправил задачу кладовщику, пока он идет, кладовщик эту вещь там уже в журнале задач получил и фактически начинает отрабатывать. Ну и, соответственно, также используется для отработки на ряд заданий, там, уведомления о появлении, это же механизм используется, там, уведомления, там, специалистов, там, в зависимости от того, что за дефект, там, в чьей он функциональной ответственности находится, там, используется также для бизнес-процессе по управлению там, дефектами, отказами, планированию работы и устранения. Ну и, соответственно, с помощью этого механизма используется и согласование заявок на приобретение материальных ценностей. Значит, ну а дальше теперь вот мы фактически там запланировали работы, ну и дальше как происходит отработка там, и уже выполнение там, самих работ. Ну, в общем-то, тут все просто. Первый цеховый специалист — это вот тот же механик, там, энергетик, либо мастер-кип. У киповцев есть определенная специфика, я бы оставил там за рамками. Значит, это планирует работы на предстоящий период. Дальше, значит, соответственно, он отправляет
оборудование, специализированный журнал, журнал вывода оборудования в ремонт, в котором там непосредственно говорит о том, что там предлагаю там провести ремонт тогда-то, значит, соответственно, начальник цеха согласовывает и подтверждает в этом же журнале там время и дату вывода оборудования в ремонт. Дальше, соответственно, следом получает уведомление там, ну, непосредственно начальник смены, который готовит к выводу там непосредственно технологическое оборудование. Ну и дальше уже на следующий там день, после того, как непосредственно там все это проведено, мастер уже непосредственно или инженер ПРБ выписывает уже наряд заданий бригадам на выполнение непосредственно самих работ. Ну а с точки зрения выполнения работы, ну здесь, наверное, нет ничего такого там особенного и нового. То есть это понятно, что мастер выписывает там требования на накладные, на материалы, осуществляется отпуск материалов кладовщиком. Дальше значит, расход материалов там, отражается непосредственно в наряде там, ну, мастером, либо там, ну, человеком, которого фактически это вещество непосредственно там поручили. Дальше, если речь идет о специализированном ремонтном цехе, то, как правило, там есть нормировщик, соответственно, который оценивает и нормирует трудозатраты на выполнение этих работ. Значит, ну и дальше цеховый специалист осуществляет приемку работы. Значит, дальше, соответственно, как только отражены там, расходы материалов, трудозатраты и фактически работа закрыта, автоматически рассчитывается ее фактическая стоимость. И при этом дальше эти данные, они тут же отражаются автоматически там, в титуле. И мы можем видеть там, непосредственно план-факт-анализ как по работе, так и по более укрупненным позициям, непосредственно пунктам титула. Единственное, что отсутствует вот в этой цепочке, это вот оценка качества ремонта. Но которая логично было бы вытекала бы отсюда, но вот пока предприятие до этого там не дошло. Но вот другой заказчик, это корпорация Сумплавис, мы с ней сейчас ведем как раз переговоры о внедрении там этого модуля. Я расскажу сейчас вот об этом непосредственно во второй части своего доклада. Значит, ну, был ли проект успешным? Ну, на наш взгляд, да. Ну, я имею в виду на наш взгляд организации, которая внедряет. Мы ставим их там всем в пример. Думаю, что сам заказчик какой-то непосредственно ну, доволен там, полученным результатом. Ну и, собственно, полноценная эксплуатация системы на протяжении 6 лет говорит о том, что да. Проект там живет, развивается. Значит. Ну и плюс вот есть одно направление, по которому там, мы с ними работаем. Сейчас несколько там изменился приоритет у данных работ. Это все-таки там управление рисками. Да? То есть была ну, задача все-таки попытаться избавиться от мнения там, главных специалистов там, о необходимости выполнения тех или иных работ и все-таки иметь какую-то непосредственно там, математическую базу для того, чтобы можно было оценивать и управлять вот той долей затрат, которые там, ну, нам действительно ну, необходимо, и пытаться подгонять ее под тот лимит, который, собственно, выделяет там, непосредственно ну, выделен бюджетом предприятия. Значит, ну, это вот фактически находится ну, в некой стадии там, опытной эксплуатации на двух цехах, но время покажет, применилось это на самом деле или нет. Что касается там, всего остального, то, в общем-то, там, ну, все, что там, те цели, которые были поставлены, они были решены. Значит, ну и разработано, собственно, большое количество отчетов по анализу работ, по аналитике KPI и так далее. Ну, о них я там немножко расскажу там, во второй части доклада, потому что они, в общем-то, во многом являются несколько общими для всех там, пользователей системы. Значит, уменьшилось ли там, количество там, аварийных работ, там, уменьшился ли бюджет? Вот это на самом деле там, сложно сказать. Почему? Потому что статистики о том, какое количество аварийных работ там, до этого было, ее не было фактически на предприятии. Это раз. Второе. Уменьшился ли бюджет? Понимаете? Но надо его приводить тогда к ценам как минимум там, 2008 года, что, в общем-то, достаточно сложно. Но, во-вторых, предприятие так или иначе там, большие деньги вкладывает в модернизацию и реконструкцию. Но, на самом деле, вот эта вот вещь, оценить ее там, достаточно сложно. Ну и, наверное, все-таки предприятие там, получило там, в первую очередь там, ну, достаточно прозрачную систему и имеет возможность управлять уровнем этих затрат, которые она ну, там, может выделить в текущем году на выполнение этих работ. Ну, по первой части у меня все. Спасибо. Давайте, может быть, сделаем так, что если вот конкретно по этому докладу есть вопросы, то там, давайте я тогда на них отвечу. В противном случае я просто перейду там, ко второй части уже расскажу про другой наш опыт, другое предприятие. Ну, это, я так понимаю, химики все-таки, а у нас вторая часть это будет металлургия, да? Да, вторая часть это будет металлургия, да. Ну, если... Там несколько по-другому будет построен доклад. Ну, коллеги-химики, которые тут сидят,
Но я просто хочу отметить по поводу вот, как бы, правильности построения процесса, что сначала идет план, потом его балансировка. А не то, как у нас пытаются одновременно и деньги вписаться, и перечень работ получить. То есть это нереально. На самом деле, первый раз видел такой подход со стороны IT, когда считается избыточный план, он потом балансируется и лишнего, собственно, выкидывается. У нас редко так делать на самом деле. Ну, на самом деле, там далеко не везде там, это будет востребовано. Все-таки во многом это специфика и самого предприятия. Дело в том, что фактически ремонтные цеха находятся в составе хаоса. При этом на этой же промплощадке находятся другие предприятия холдинга. И фактически они для него являются сторонними контрагентами, подрядчиками. И в целом, есть определенный список большего, вот такого подхода, как бы, да, там, на самом деле, элементы этого уже были там в наших других проектах, но такого вот подхода там вот полностью, вот в том объеме, в котором я сейчас рассказал, там не было пока нигде, да. Можно вопрос? Аной связали. Смета появляется в системе в виде отдельных операций? Смотрите, там в системе есть просто отдельный документ, смета, да, со всей начинкой, как бы, да, там, и, соответственно, концевиком, и так далее, и со всеми операциями. Более того, акты КС-2 потом по строительно-монтажным работам делают непосредственно в глобале. То есть получается справочник... Нет, справочник... Система А0 полностью... Он на самом деле, в том-то и дело, что... когда мы вот обсуждали о том, насколько там подробной и глубокой, как бы, да, будет интеграция, то встал вопрос, конечно, справочников. Да? Дело в том, что в А0 они, естественно, там постоянно пополняются, они находятся там на поддержке, там, и, соответственно, взять на себя там эту работу там, было бы там нецелесообразно. Значит, работы, операции, они приходят в систему там не в виде справочника, а в виде просто, фактически записи самих справочников, там их нет. Но при этом этих операций, с ресурсами, там, да, с трудоемкостью, как бы, да, с этим делом, их вполне достаточно для того, чтобы потом они здесь непосредственно отмечали объемы выполненных работ, формировали акты КС-2 здесь, и, соответственно, рассчитывалась итоговая стоимость работы и уходила назад в титул. Ну что ж, давайте тогда, сейчас расскажу. Есть вопрос по RCM, да, после АВИС, расскажете. Давайте. RCM в базовом функционале. В базовом функционале он есть, мы его, на самом деле, отдельную настройку, там, да. Как бы RCM, да? Да, отдельную настройку, предлагаем пользователям. Скажу честно, что это единственное предприятие, где оно находится в опытной эксплуатации. Сама методология, в общем-то, на наш взгляд, понятная, мы готовы там о ней рассказывать, там, показывать, демонстрировать ее. Но другое дело, что предприятие само должно созреть, как бы, да, там, и, соответственно, проделать немаленькую работу для того, чтобы это все реально заработало и было не какой-то вот фикцией, вроде записей, как бы, да, там, в каких-то таблицах или матрицах, а чтобы это действительно, как бы, да, там, приносило реальную пользу. Тут нужно, чтобы, во-первых, были идейные люди на предприятии, там, потому что, во-вторых, нужно, чтобы эти идейные люди, как бы, да, там, сумели организовать, как бы, да, там, процесс подготовки, начальной информации для работы. Из интернета еще доклад, вопрос точнее, что визуализация мнемосхема. Я могу вам это рассказать, что, значит, безусловно, этот инструмент есть. Как бы, да, там, визуализации мнемосхем. И поначалу за него как-то там активно даже зацепились, но и более того, там, на этих мнемосхемах, от этих мнемосхем там, на вот, непосредственно счетовых, как бы, где сидят вот, там, начальники смен, как, там, была возможность тоже зарегистрировать непосредственно там, какой-то дефект, неисправность, когда там, написать ее, запустить тем самым процесс как, да, там, регистрации, планирования там, работы по устранению его. Дальше. При этом также неисправное оборудование там, выделялось или дефектом выделялось на мнемосхемах там красным. Но по факту я вам скажу, что этот функционал там, как-то не прижился, забылся, там, и по факту сейчас там не используется. Как, да? Но тем не менее, у там, других заказчиков, с которыми там сейчас пока еще потенциально так, да, там, находится в стадии там, пилотного проекта, есть большой интерес к этому. И более того, они хотели бы непосредственно фактически в рамках функционала Global по ведению там мнемосхем выводить там же, как бы, да, там, и непосредственно там текущее значение контролируемых параметров, что безусловно там, невозможно там, без полной интеграции с СТП. Кстати, там справедливости ради сказать, что на Никохиме, как бы, да, там интеграция с системами СТП, именно в части там, наработки оборудования, там она сделана, как бы, да, там, более того, она сделана даже силами собственного
IT-специалистов завода.